θέλω να τονίσω τη διαχρονική φιλία που υπάρχει μεταξύ των δύο λαών, του Κυπριακού και του Ρωσικού. Μια φιλία η οποία δοκιμάζεται για σε δύσκολα χρόνια, εξακολουθεί να παραμένει δυνατή και με εκδηλώσεις σαν τη σημερινή την ενδυναμώνουμε ακόμα περισσότερο. Эта выставка, я хочу уточнить, уделить внимание тому, что между Россией и Кипром существует давняя дружба, которая с каждым годом становится все крепче и крепче. Уважаемый господин мэр, уважаемые организаторы и участники выставки «Город и человек», dear guests, уважаемые гости, I'm glad to take the opportunity to address the opening of the wonderful of the exhibition. Рад приветствовать вас и выступать здесь перед началом и перед открытием этой замечательной выставки. On behalf of the Embassy of the Russian Federation in the Republic of Cyprus, I'd like to note that the remarkable role of Larnaca's municipality, representatives of the city's business and public circles in strengthening the ties of friendship and mutual respect between Russia and Cyprus. От имени посольства Российской Федерации в Республике Кипр я бы хотел выразить благодарность и уважение муниципалитету города Ларнаки, организаторам и представителям бизнес-кругов и общественных кругов города Ларнаки за укрепление и развитие дружеских связей между связи дружбы и уважения между Россией и Кипром. Под глазами своих произведений художники секции живописи Творческого союза художников России. Спасибо. В заключение я хочу подарить галерее свой альбом. Это моя книга, которая вышла в России в 2012 году. Спасибо. Και προσπάθεια δημιούργησαν αυτά τα έργα και τα οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε σήμερα. Και...